Уважаемый Александр Юрьевич Гулягин, обращаюсь к вам как прокурор Воронежской области. Считаю необходимо создать в Воронежской области реестр потенциально опасных мест пребывания несовершеннолетних. Аналогичный реестр имеется в прокуратуре Калужской области. Данная практика, я считаю, вам знакома. В связи с тем, что я около года уже обращаюсь по скверу Алтайскому, там непробиваемая история. Я прошу неоднократно устранить угрозу безопасности несовершеннолетних, так ни администрация, ни прокуратура ни разу не вышла на данный объект. В отписках пишется примерно так. Ремонт запланирован с 18 по 24 год при условии достаточного финансирования средств. Это если говорить про сквер Алтайский. Если говорить про Марата 2, постоянно отрываются листы металла, дети играют на нем. И сегодня данная ситуация была. Если говорить про пешеходную дорожку, которая идет от сквера Калашникова в сторону дома по улице 20 лет октября 22, то у администрации нет денег на это. Если инспекторы ГИБДД выходили с проверкой и штрафовали администрацию, там около 100 тысяч штрафа было, то у администрации сейчас денег на это нету. Если говорить про заброшенную пекарню, на которой был избит мой несовершеннолетний племянник, то собственника земельного участка управа не может найти более 4 месяцев для привлечения к административной ответственности. Я считаю, данный реестр нам необходим. Прошу рассмотреть этот вопрос лично.